Итак, события в России. События в России после митингов в Хабаровске. Я сам не считаю это, конечно, какой-то отправной точкой, но тем не менее. Посмотрим на события в России. События в России, экономические, социальные, политические. Не берем ни одну сферу. Все сферы сразу берем. Карты покажите, что будет. Давайте уже прыгайте. Чуть-чуть начинают. Все, начали. Начали прыгать. Так. Россия, Россия, наш родной дом. Наш родной дом. Наш родной дом, Россия. Это Россия. Что случится в России после митингов в Хабаровске до конца 2020 года? Что случится в России? Ключевые события. Скажите карты. Очень хорошо будет, конечно. Так. Я не говорю, потому что я концентрируюсь. Так, начали скакать уже. Так. Последний раз. К чему будет стремиться Россия? Так, ключевые события сейчас надо будет. Восьмерка — это понимание, устранение всех проблем полюбовно. Больше ничего сказать не могу. Чтобы все уважали друг друга, и власть уважала нас, и мы власть уважали. Это восьмерка. Так, ключевые события. Ох ты ж, как прыгнули-то прям. Так, ну у меня выходил уже король такой. Ну, вот так вот у нас упало. Король у меня уже выходил, но он выходил на осень, по-моему. Какой-то король появится новый. Так. Начало осени. Какой-то человек новый появится. Опять дама крестовая падает. Туспики? Ну давай туспики, если хочешь. Сам попросился. Я тебя не доставал, братан. Так. И король крестовый выходит. О, король пики. А еще десятка. Ну, десятку, ладно.
Не буду собирать все карты. Так, восьмерка, значит, я сказал, это устранение вопросов, всех конфликтов полюбовно. Это у нас взаимное уважение, взаимное понимание. К этому будет стремиться Россия. Этого Россия хочет. Чтобы никаких конфликтов не было. А если они, чтобы, ну, случались, да, то все решались без оружия, полюбовно. Это понимание. Что это, ну... Любовь, любовный разговор. Там, не знаю, без ругани, чтобы было. Как молодой мальчик общается с девочкой. Вот то же самое. Да, у них бывают конфликты, но все конфликты устранимы. Как бы так. Так, король. Что ты нам несешь? Король. Дама, дама, это у нас... Нет, надо их вместе смотреть. Дама, это какое-то событие. Дама, это не человек. Вот здесь человек падает, явно. Здесь человек должно быть. Сейчас. Да, здесь человек, скорее всего, падает. Законник какой-то здесь падает. Закон. Закон. Это не силовые структуры, это что-то с законом связанное. Закон. Вместе потом посмотрю. Так, а король получается у нас. И что у нас? 8 пики. Страна. После шествия в Хабаровске что будет? А прямое понимание, 8 пик и король, ухудшение здоровья, ухудшение состояния организма, ухудшение. Что-то еще будет, скорее всего. Дам девятка. Девятка, что-то у меня выпало. Не очень хорошая карта. Точнее, вообще плохая карта. Девятка, ударная. И опять девятка. Карты помешал, опять девятка. Так, ладно. Король, короче, никуда мы не денемся, это придется пройти. Какой-то вызов, и нам придется пройти. Так, ладно, а король и дама сочетание, значит, у нас получается ухудшение ситуации будет, ухудшение состояния здоровья, ухудшение климата в России, климата, естественно, в переносном понимании. А... Дама черви. Угу. Начало осени, проявление какой-то женщины. Но это не дама черви. Это просто появление женщины. Это у нас получается, если на весь оставшийся год... Да, да, это где-то получается осень, начало осени. Может, мы ее не увидим, вот эту даму. Появление дамы, короче. Ухудшение состояния, и на вот этой волне появляется дама. Это у нас... Нет, это все равно осень идет. Это не лето. Летом что-то будет ухудшаться. Как будто вот не резко, а вот... Это лето идет. Оно не сразу будет. Может, мы даже что-то будем замечать, но мы не будем это видеть. Может, ввиду природы. Может, ввиду еще чего-то там, я не знаю. Ухудшение ситуации, но... Как я понимаю, терпимо. Хлопотно. Так, а, да, далее, ладно. Ухудшение ситуации, появление дамы. Так.
туда хоть залез. Так. Да. Женщина, женщина, женщина. Женщина, серый кардинал, короче говоря. Так, а десятка получается центральная карта. Дама отдельно как-то идет от этих карт. Ну ладно, сейчас посмотрю вместе еще. Так, десятка получается у нас. Десять и восемь буби. Дорога. Дословно это у нас приключение, путешествие. Путешествие, надеюсь, не в далекий путь. Да. Но если не дословно, то события какие-то. Пока связаны с дамой. Дама, возможно, что-то будет делать. Но она как будто не вылезает. Ну как будто вот этих карт вообще отдельно, не понимаю. Постоянно на Россию выпадает дама. Так, ладно, десятка получается, и если с дамой посмотреть. А такое сочетание, я помню точно, уже выпадало, по-моему, Путину выпадало. Я точно не помню. У нас получается какой-то... Что-то преподнесет дама. Дама Трев. Преподносит какие-то события. Дама преподносит какие-то события. Дословно. Дама преподносит какие-то события. Это у нас осень. Какая-то дама, женщина. 40. 50 лет, седые волосы, была чиновницей, там, я не знаю, как-то связанным, возможно, с силовыми структурами. Не сам силовик, а с силовыми структурами. Имела дело с судами, возможно. Но у меня почему-то идет, что она была дипломатом. Вот она как-то ходит с прямой спиной. Она ходит с прямой спиной. Волосы или крашеные... Они у нее не черные, они у нее либо седые, седоватые, либо какие-то русые. Дама, женщина, хозяйка. Она преподносит какие-то события для России. Это осень. Тут ухудшение ситуации, появление женщины, начало осени. Середина осени. Дама преподносит какие-то события. Далее. Дама. Что это за дама такая? Она не показывается. Ее знают в определенных кругах. При ней есть мужчина. А вот сама она какая-то, как вот как хозяйка, она как мужчина. Она вот как будто знает, что где должно лежать. Кто чем должен заниматься. Вот она как будто знает. Она несет какие-то события, как в подарок. Как демонстрацию что-то такое, продемонстрировать. И она хорошо, кстати, прячется. Ну, как сказать, не прячется, она не показывается. Благополучие. К
какое-то благополучие, как будто бы она несет. Десятка. Благополучие. Так, что за король выпадает? Это у нас уже конец. Это снег. Здесь снег уже будет. Как будто бы снег, может, он не будет лежать, но он будет лететь. Будет лететь. Так, получается у нас туз пик. Россия. Встреча друзей, бывших знакомых. Так. Встреча друзей. То есть это как что ли люди выпадают? Я не понимаю. Встреча друзей. Это люди выпадают? Это не Россия выпадает. Это люди выпадают. Здесь нет стран. Здесь стран нет как таковых. Это люди. Встреча друзей. Только я не понимаю, политиков или простых людей? Встреча. Встреча. Общество. Общество людей какое-то выпадает. Опять что-то с деньгами связанное. На тему денег все равно здесь. Что-то деньги. Благополучие опять выпадает. Какое-то слово такое. Благополучие. На тему благополучия. Дама благополучия. Здесь благополучие. Так, а ладно. Король. Это не силовик. Это как будто как какой-то, если отдельно, как будто какой-то судья, что ли. Почему-то я вижу судью. Король. Ты с чем вообще связан? Ну-ка. Ты чих будешь, король? Да, что-то такое есть, да. Вот так вот выпадает. Что-то такое есть. Работа его. Это работа. Призвание какое-то. Человек какое-то призвание. А кто ты, король? Угу. Ну, они с королевой тогда вместе. Чё? Это не муж и жена, это единомышленники. Благополучие. Так, а 6 и король получается у нас в сочетании что дают? Новый знакомый, новая встреча, новая должность. Встреча. Встреча в пути. Встреча в дороге. Встреча в обстоятельствах. С каким-то новым человеком. Хм. Какой-то новый человек идет в правительстве, как я понимаю. Мне бы интересно посмотреть хотя бы на даму, хотя бы знать, тут много раскроется. Действительно, это гадание.
Какой-то человек идет, что-то обещать будет. Я помню вот этот король. Он что-то обещает, что-то, я не знаю, такое пытается в мозги людям накапать. Экономист, что ли, какой-то в правительстве. Общество людей выпадает, и король новый. Новый. Вот именно у него новый. Может, он работал судьей, я не знаю. Ждем с осени. Тут у нас будут приключения. Приключения и подарок от дамы. Возможно, и приключения будут тоже от нее. Больше ничего сказать не могу. Ждем осени.